Приветствую вас на своем канале. Сегодня у нас выдалась уникальная возможность полетать на самолете SP-30 российского производства. Историю свою начал самолет в 90-х годах, когда была необходимость в авиации, которая закрыла бы вопросы сельского хозяйства. В Таганроге компании Spectre Aero был закуплен кит американского самолета STOL-701. На базе него и строилась данная модель. Была проведена доработка в плане усиления конструкции для того, чтобы самолет мог совершать взлеты и посадки с неподготовленных площадок. Полей относится к классу сверхлегких воздушных судов, снаряженной взлетной массой, не превышающей 498 килограммов. Разбег при взлете составляет порядка 100 метров, варьируется в зависимости от погодных условий. Крейсерская скорость данной модели составляет порядка 110-120 км в час. Топливный бак 60 литров. При расходе в 16-17 литров в час бака хватает на 3-3,5 часа полета. Максимальная допустимая для данного самолета скорость 160 км в час. Это предел его прочности, наступает на превышение данной скорости. Минимальная летная скорость составляет 70 км в час. Скорость сваливания 52 км в час. Фюзеляж самолета цельнометаллический. На крыльях установлены предкрылки фиксированные. Управление креном происходит флаперонами щелевого типа, которые являются одновременно еще и закрылками. Хвостовое оперение самолета выполнено по классической схеме. Руль высоты и руль направления. Самолет имеет трехточечную схему шасси с передней управляемой стойкой. На данную модель возможно установить лыжи, колеса, поплавки. То есть самолет предназначен для полетов с любой поверхности. На самолете установлены минимально необходимые приборы аналогового типа.
На данный самолет устанавливаются двигатели мощностью 80 и 100 лошадиных сил австрийского производства компании Rotax. Самолет идеально подходит для обучения начинающих пилотов. Во многих аэродромах используется как раз для этих целей. В Сургуте на Боровой есть возможность познакомиться ближе с авиацией, как раз полетать на данном типе самолета. Приехав на аэродром Боровая, приезжайте, приходите в небо, летайте. Отличная техника. На этом у нас на сегодня все. Спасибо, что посмотрели это видео. Ставьте лайки, пишите комментарии, подписывайтесь обязательно на канал. Пока!